Игру с командой «Ястребы» из Чебоксар Зареченский «Союз» начал решительно. В первые минуты матча наши баскетболисты постоянно атаковали кольцо противника. На третьей минуте четверти Станиславу Сарафанкину удалось открыть счет и принести команде 3 очка. Еще 2 добавил Игорь Ермаков. После этого «Ястребы» поднажали и начали сокращать разрыв. «Союз» не сдавался, но на 8-й минуте первой четверти гостям удалось сравнять счет 9-9. Однако зареченские баскетболисты сдавать матч не собирались и заработали еще 7 очков. Гости только 4. Итог стартового игрового отрезка 16-13 в нашу пользу. После перерыва «Ястребы» вышли на площадку с явным намерением догнать и перегнать соперника. После нескольких удачных атак с обеих сторон противостояние обострилось. Команды часто и много фалили. Тренеры обеих команд часто делали замены, меняли стратегию прямо по ходу игры. Особенно сложно пришлось Олегу Филину. «Союз» никак не может оправиться от потери травмированных игроков. Никак мы все не можем выздороветь. Щакин пропускал, там один из наших лидеров, который набирает там каждую игру в среднем больше 10-15 очков. Его, конечно, очень не хватало сегодня. Пробовали разные сочетания и постарались поддерживать этот темп. Во второй четверти «Ястребам» удалось сравнять счет и уйти вперед. Зареченские баскетболисты пытались догнать противника, но безуспешно. На большой перерыв команды ушли со счетом 27-35. В начале третьего игрового отрезка «Союзу» удалось отыграть 8 очков. В течение всего тайма разрыв не превышал 3 очков. Под конец четверти «Ястребы» активизировались и перебросали хозяев. Итог третьего игрового периода 52-45 в пользу чебоксарской команды. В финальной четверти баскетболисты «Союза» начали догонять соперников. На 5-й минуте завершающего тайма зареченцы отставали всего на 1 очко – 51-52. У болельщиков еще была надежда на победу нашей команды. Но «Союзу», в отличие от чебоксарских «Ястребов», не удалось реализовать все атаки. Финальная сирена зафиксировала на табло счет 54-64. Зареченский клуб в домашнем матче уступил команде, занимающей 4-ю строку турнирной таблицы российского чемпионата Суперлиги 2-го дивизиона. Игра была равна, сегодня также мог и Заречный выиграть, но сегодня удача, и мы сегодня были сильнее. Команда «Союза» сыграла сегодня очень хорошо в защите, очень мощно боролась на подборе. Основная причина была то, что проиграли подбор по своим кольцом и по чужим. Насколько учли свои ошибки наши спортсмены, покажет повторный матч с чебоксарскими «Ястребами». Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».